Сейчас у нас папа придет и что-то нам принесет. Да, мой зайчик? Папа рад. Смотрите, что папа нам принес. Валберис. Это только начало. Сейчас в этом видео я вам все покажу, что я заказала. Да? Что тебе мальчик сказал? Добрый день. И протягивает пакет. Возьмите, получите. Да. Распишитесь. На Лексусе развозят. Так что давайте будем сейчас делать распаковку. Итак, давайте чуть-чуть посмотрим. Так, что мне пришло? Краска. Смотрите, как хорошо, да, упаковывают? Дальше. Чей нос там опять вперед меня? Карандаш. Не знаю, для глаз или для бровей. Все, вон, дерутся уже. Кто будет первый смотреть? Так, дальше, что это? Это тушь. Помада. Еще помада. Это что такое? А, это тени. Так, это у нас микроиголочки. Сейчас, друзья, приедет вторая посылка, потом приедет третья посылка. И я все распакую и вам покажу. Ну вот, пришла вторая посылочка. Здесь я заказала наполнитель для кошек. Мы заказываем вот такой вот наполнитель. Cats Beds. Комкующийся, очень хороший, нам нравится. Я заказала сразу два мешка, чтобы надольше нам хватило, потому что у нас две кошки, кто не знает, новые зрители. И заказала вот такой вот корм Фармина. Этот раз я заказала большой пакет, потому что он очень им нравится, и они кушают его очень-очень быстро. И заказала себе вот такую вот краску для волос L'Oreal 200. И давайте посмотрим следующие посылочки. Сегодня я вам покажу мой огромнейший заказ на Валберес. Но начнем, конечно же, что я заказала для волос, так как буквально недавно я решила стать блондинкой. И, конечно же, я испортила свои волосы. Я долго искала шампунь. И по отзывам я нашла вот такой вот шампунь Матрикс. Шампунь для поврежденных волос. Взяла я сразу большую бутылку, потому что это экономнее, чем брать маленькую бутылочку. К нему я решила взять вот такой вот кондиционер для волос. Это идет одна серия. И большими бутылками, чтобы мне надольше хватило. Пока мне все нравится, волосы себя чувствуют отлично. Но в дополнение я решила взять еще кондиционер для экстремального восстановления. Пока тоже мне все нравится. Кондиционер тоже очень хороший. И еще я решила взять шампунь для глубокой очистки. Так как мы наносим постоянно какие-то средства на волосы, и обычным шампунем невозможно это все вымыть, я решила купить вот такой вот шампунь. Им нужно пользоваться всего один раз в неделю. Чаще нельзя. Если вы будете чаще пользоваться, ну, вы попрощаетесь со своими волосами, они у вас просто высохнут и отвалятся. Поэтому я пользуюсь раз в неделю вот таким вот очищающим шампунем. Он хорошо не только волосы очищает, также он очищает очень хорошо кожу. Поэтому обязательно покупайте вот такой вот шампунь и хотя бы раз в неделю мойте волосы. Еще я купила себе вот такой вот шампунь Алин. Его я использую после окрашивания волос один раз в месяц. Этот шампунь балансирует pH, используется после химической завивки, окрашивания, осветления волос. В общем, когда вы окрасите волосы, обязательно нужно восстановить свой pH. И ежедневно им пользоваться не нужно, для тех, кто не знает. Еще я купила себе вот такой вот мусс-реконструктор. Он идет как термозащита, увлажняющий, восстанавливающий и кондиционирующий мусс. Восстанавливает внутриклеточные связи, придает блеск и смягчает волосы. Вообще шикарнейший, мне понравился. Вот его наносишь, и волосы такие мягкие, как у младенца. Он идет как вот пенка, вы его стряхиваете и потом немножко выдавливаете и на волосы разносите. Вообще шикарнейший, рекомендую вам. Еще я заказала себе вот такой вот несмываемый крем-спрей. Он действует в 15 направлениях и заменяет вам 15 средств. Вообще шикарный, шикарный. Мне вот очень нравится. Еще вот такое вот средство от Alin, Fluid Reconstructor. Очень хороший, защищает ваши кончики, восстанавливает. Тоже очень хорошее средство, тоже вам рекомендую. Также я заказала вот такой вот блеск эффект от Estelle. Он идет как термозащита. Еще вот такой вот спрей термозащита от Estelle. Ну, как бы так себе, он мне не очень нравится, но я вам решила его все равно показать. Обязательно я заказала себе вот такое вот масло камелии. Его можно использовать в шампуне, в крема его можно использовать. Его можно использовать на руки, просто наносить для ногтей очень хорошо. Поэтому вот такое вот масло очень вам рекомендую. Также еще я заказала вот такой вот несмываемый эликсир для восстановления волос.
Еще пока не открывала, ничего сказать вам не могу. Но тоже это полностью как серию. Я заказала шампунь, кондиционер и вот такой вот несмываемый эликсир для восстановления волос. Я думаю, он вообще шикарен, потому что я видела на него отзывы. Так что будем пробовать с вами, и я вам потом расскажу. Давайте теперь по масочкам. Заказала вот такую вот маску Matrix, тоже к этой серии, тоже восстанавливает поврежденные волосы. Также я заказала вот такую вот маску от Estelle, тоже очень хорошая маска, я ее заказываю не первый год, мне вообще очень она нравится. Заказала себе вот такую маску, но как я уже вам сказала в начале видео, я решила стать блондинкой, и поэтому я заказала именно на тот период времени. И она выглядит вот таким вот образом. Она оттеночная. Вы наносите ее, ваши волосы становятся белоснежные. Поэтому всем блондинкам рекомендую вот эту маску. Она вообще классная. Сейчас я, наверное, подарю своей какой-нибудь подружке. Она будет очень рада. Вот такую вот маску я заказала. Она идет против выпадения волос, стимуляции роста и укрепления с перцем. Эту масочку я наношу перед тем, как я иду мыться. И потом я смываю, и мои волосы начинают расти, у меня даже появился пушок, это уже вторая моя банка, мне эта маска вообще нравится, хотя стоит она копейки, действует вообще на ура, так что, девочки, я вам рекомендую ее. Еще я заказала себе вот такую вот чудо-щетку, сейчас покажу вам. Вот такая вот щетка, смотрите, шикарная щетка. Этой щеткой я буду делать себе сухой массаж. Я давно ее хотела. Смотрите, какая малышечка. Смотрите, какая у нее щетина. Ей я тоже буду делать себе сухой массаж. Я думаю, мне будет очень удобно. Лицо мое преобразится. Вот такие вот тейпы. Эти тейпы я использую для лица. Наношу я их на ночь. Кто не знает, что такое тейпы и тейпирование, обязательно погуглите. Очень хорошая вещь. Много от чего они и для чего они. Так что обязательно покупайте себе тейпы, разглаживайте себе морщины, делайте себя красивыми, девочки. Заказала себе вот такой вот флюид. У него очень большая бутылка, экономичный расход. Мне очень нравится, вам советую, девочкам, кому за 40, очень всем рекомендую. Заказала себе вот такую вот маску пилинг. Пока еще я ее не открывала. Давайте откроем, посмотрим. Вот такой вот состав у нее, как желешка. По отзывам, очень хорошая маска. А этот пилинг, это моя любовь, ОМГ. Пилинг, конечно, не дешевый, но вообще классный, супер. Вот прям он проверенный, я вам всем рекомендую. Попробуйте хотя бы один раз, если вы не пробовали, попробуйте. Просто ваше лицо потом будет сиять. Еще одна моя любовь, это гель-сыворотка. Заказываю уже не в первый раз. Просто обалденное качество кожи потом у вас будет. Я вам всем рекомендую, заказывайте. Когда вы наносите, ощущения такие, как будто ничего нет, просто вы нанесли, она тут же впитывается. Вообще классная вещь, попробуйте. Девочкам после 40 очень рекомендую. Заказала себе вот такое вот масло Clarins, оно вообще просто обалденное. Это моя тоже любовь, не первая моя баночка. Использую я его для массажа лица, делаю себе гуаша. Кто не знает, что такое гуаша, обязательно погуглите, посмотрите. Есть масло это для разных типов кожи. Если будете первый раз покупать, не перепутайте. Масло не дешевое, но очень-очень классное. Мне вообще супер нравится, тоже вам рекомендую. Заказала себе вот такой вот бустер, усилитель сывороток и кремов. Он идет вот в такого шприце. Вы выдавливаете буквально несколько капель перед любой сывороткой или любой маской. Наносите, он очень быстро впитывается. У него очень хорошее действие, очень хорошая вещь. Всем рекомендую. Здесь идет вот такой вот колпачок. Там идет второй колпачок. Просто надавливаете и пользуйтесь с удовольствием. Еще я купила себе уже не первый раз вот такой вот мезороллер. Сейчас покажу. Смотрите, он идет вот в такой вот упаковке. Его нельзя ронять. Его нужно дезинфицировать, прежде чем вы будете им пользоваться. Для чего он, сейчас я вам почитаю. Микроиглы стимулируют глубинные слои кожи, активируют микроциркуляцию и выработку собственного коллагена, создавая более молодую и плотную кожную ткань. Сотни микропроколов помогают активным компонентам сыворотки проникать вглубь клеток, увеличивая эффект от ее применения. Я вам скажу, девочки, это просто бомба вещь. Как ей пользоваться, погуглите в интернете. Я пользуюсь где-то один раз в неделю. Вы просто потом свою кожу не узнаете. Сначала вы пользуетесь этими микроиголочками, потом пару дней у вас идет такая маленькая припухлость.
потом просто ваша кожа поет вам песни, дифирамбы. Поэтому я вам всем рекомендую вот эти микроиголочки. У них идет разный размер иголочек. Сейчас я вам покажу. 0,5 лицо, шея, область, декольте. 1 мм лицо, шея, области, декольте. 2 мм тело, кожа, головы. Я сначала использовала 0,5. Сейчас я купила 1 мм. Скажу вам сразу, с непривычки вам чуть-чуть будет больно. Мне, конечно, тоже больно, когда я долго их не использую. Но сейчас я решила попробовать уже 1 мм, чтобы они проникали более в глубинные слои кожи. Поэтому процедура, конечно, не очень приятная. С непривычки вам будет больно. И мне, наверное, 1 миллиметр тоже, наверное, будет больно, но здесь еще тоже нужно учитывать силу нажатия. Как им пользоваться, обязательно посмотрите в интернете, не больше раза в неделю, даже можно раз в 2 недели. Летом тоже нежелательно им пользоваться, нужно либо по весне, либо осенью, так что я вам очень сильно рекомендую этот волшебный инструмент. Еще хочу вам показать вот такую вот коробочку с баночками. Эти баночки используются для лица. Здесь идет вот такая вот инструкция. На Валберис большое количество вот таких вот баночек. Вы можете купить одну баночку, вы можете купить две баночки, вы можете купить три баночки, вы можете купить две одинаковые баночки, или вы можете купить две маленькие баночки. Так как у меня баночки, которыми я пользовалась, они уже старенькие, я решила обновить и купить себе вот такой вот классный набор, шикарный. Мне очень нравится, потому что здесь есть коробочка. Можно попользоваться и убрать в коробочку. Для баночек я использую вот такое вот масло Clarins. Сначала я наношу масло, потом я беру баночку и начинаю прорабатывать свое лицо. Вы можете проработать также глаза, лоб. Все техники, как использовать баночки, вы можете также посмотреть в интернете. Сейчас масса всего. Поэтому вы сегодня видели, что я использую баночки для лица, я использую иголочки для лица, и я использую тейпирование. Вот эти три вещи я периодически между собой меняю и использую. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии, понравился вам мой обзор или нет. Я постаралась вам все рассказать, чем я пользуюсь, мои средства, мои фавориты. Если вам понравилось, я буду продолжать эту тематику и показывать вам разные различные свои новинки. На этом у меня все. Ставьте лайки и всем пока-пока. До новых встреч, друзья!